Всем привет, друзья! Вы на канале Данчо, и это третья рубрика серии Da Globalo софтом. Будем играть с софтом FX Cheat, ссылочка на группу чита и на мой ВКонтакте будет в описании. А я желаю всем приятного просмотра! Вот мы переместились, друзья, в первый раунд. В первом раунде, я думаю, тоже ничего нет смысла закупать. И давайте просто пойдем чекать. Играю с хорошим софтом. Называется FX Cheat. Ссылочка на покупку софта будет в описании. В общем, играть мы будем сегодня стараться по легиту. Но это у нас будет, скорее всего, не всегда получаться, как мы хотим. Но мы будем все-таки стараться. Во втором раунде давайте закупим Дигл. Кстати, вот так вот выглядит менюшка чита. Этот чит справляется также очень хорошо против рейджеров, так как здесь есть аим на 360 градусов. Очень жесткий аим. Лучше, чем в рейдже даже. У меня пока самые-самые элегантные настроечки я поставил. Вот видите, как жестко, просто вантапает. Просто, ребята, вантапает. В прошлой катке я попался с рейджерами, хотел ее записать, но не позволила мне наша любимая программка для записи это сделать. Поэтому я записываю эту каточку. Также, ребята, если вы хотите также просто на изи выигрывать софтом, побеждать пацанов без софта, просто покупайте чит по моей ссылочке еще и со скидочкой. Дополнительная скидочка, это вообще офигенно. Тем более, если она 50%, ребят. Можем дефьюзить. Он пока там на шарту пусть бегает. Нам все равно. Все. Опа, она вот это типа, вау, залетела как жестко. Вот, ребята, вот пример того, как вы можете с этим софтом просто изи нагибать. О, сразу нам написали хак. Все. Значит, это, ребята, читером. Могу всех поздравить. Как так? Какой хак? Просто скилл жесткий. Жесткий чит и жесткий скилл. Чё? Вау! Типа, вау! Как так? Как попал-то? Можем закинуть, типа, жестко так гранаточку. Накидываем смачок. Не то, что я сегодня буду играть уж по легиту особо, но стараться-то я буду. Первый отлетает, во втором инфа есть. Простреливаем вот жестко и все. Пусть ребята просто пойдут поотдыхают. Якс, давайте. Че, может, братку что дадим, или у него все нормально попаю? Ладно, у него все нормально, видимо. Вот такие, кстати, ребят, сегодня выбрал разноцветные скины. Такой ножичек керамбит. Очень красивые волны, согласитесь. Просто не всем понравится. Таки прочекали. Инфа по нему есть. Я тупо назад, чтобы чекнуть. Может, они прошли. Опа! Вот это зажим, типа. И потому инфа есть. Моя гранатка плюс его эмочка. Мы его забираем налегке. В этом раунде, я думаю, купить нам все-таки АВП. Давно не покупали. Вот красивый АВП. Кстати, ребята, скоро в FX Cheat обновление. Сейчас можете просто посмотреть, зайти на сайт, зарегистрироваться, а потом уже скачать и оформление, как он, это, обновление, как оно выйдет, собственно. Оп, прочекнули. Инфа по нему, в общем. А, по нему инфа уже есть. Хорошо, я уже думал, что инфу нету. Я думаю, действие сейчас нестандартно. Типа, он вряд ли будет ожидать, но он все-таки, я думаю, будет ожидать. Ну, четко, конечно, у меня пингует еще. Да. 200 пинг. Что сказать? В клатч ситуациях 1000 пинг. Четко. Хоть прогрузилась, блин. Я уже думал, тоже не прогрузится. Не понимаю, что в последнее время у меня с пингом. Если честно, ребят. Он то повышается, то понижается.
Все виноват это интернет-провайдер. Зажали. У меня не настроено на эмочку, сорян. Забыл, ребят, настроить на эмочку я. А им. Поэтому так плохо, собственно, и залетело. Опа. Инфу мы получили по нему. То есть он забрал чела и чел нам дал инфы, что там стоять. И, в общем, по инфе его убили. Давайте нашему пацану дадим дропа. Сами возьмем дигл. Давайте ССГ купим. Кстати, также в FS-чисти скоро выйдет инвентарь ченджер. Просто можете, пацаны, скины менять на изи. И все, они будут у вас в инвентаре. Все. Тупо пацаны стали АФК. А мы такие две красивые головки даем и все. В общем, перемещаемся за теров. Итак, ребят, вот мы переместились уже за террористов. На первом раунде, думаю, закупить только бронь. И все. Давайте пойдем сейчас в сайт. На шорт сейчас идти бесполезно, потому что ют против все-таки Глока. Это понятно, кто выиграет. Вот они в прошлом раунде что-то АФКшили. Мне это что-то подозрительно как-то сказалось. Ну да ладно. Он топнул. А у меня на это плохо настроено, что ли? Я не забыл. Давайте прямо сейчас при вас настрою его. Давай, выходи. Выходи. Ну, блин, первого забрали, второго не получилось четко. Так, ребята, вот мы переместились в другой раунд. В этом раунде давайте возьмем... Дигл давайте возьмем. Давно я с Диглом не играл уже. Если вы хотите приобрести мой КФГ, то он стоит 10 рублей. Напишите мне ВКонтакте, я вам обязательно его солью. На этот чудесный чит. В общем, просто... Он сам пикнул, кстати. Это была его большая ошибка, то, что он сам пикнул. Тем более, был с ССГ, патрон у него не было. Типа, он так быстро уже не мог перезарядиться. А этот, походу, чернок подрубил. Поэтому это будет дальше, я думаю, ХВХ. Так что оставайтесь на видосе, потому что я думаю, то, что будет интересно. В этом раунде, думаю, купить калаш, бронь и... Давайте P250, тоже его не покупал уже в трех выпусках. Но это третий, значит, в двух. Вот такой, кстати, прикольный калаш. Кому он нравится, обязательно ставим лайк. Поменял такой под инвентарь. Ух, вот это зажали. Это было реально жестко. Я уже думал, не заберу, но чуть не подвел. А вот там АФК стоит. Вот он, как мы его с ванта позабрали красиво. Бам, и все. Давайте, ребята, купим набор гранат. Зевс. Ну, давайте попытаемся кого-нибудь на Зевс посадить. Что делать там? Все равно надо как-то красиво все делать. Опа, вот это все, типа... Кидаем дефолтный смачок. Все, он инфу по себе сказал. Ты что ему? Ему надо будет АВП, не? Явно ему, ребята, АВП не нужен. Купил он себе калаш и... Ну да, они сдались. Четко. А, у них один ливнул. Ну, в общем, ребята, на этом выпуске заканчивается. Вот как мы сыграли 19-4. Осталось нам еще 8 побед на повышение. Так что обязательно смотрите следующие выпуски. А я желаю всем хорошего дня, утра или вечера. Всем удачи и всем пока, ребята.